Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 75 40 00. Вас приветствует информационная служба телерадиокомпании «Вектор». В студии работает Карина Херсан. В ближайшие минуты. Значительный рост числа преступлений в сфере высоких технологий в регионе подвели итоги служебной деятельности местных отделов милиции за прошедший 2019 год. Новая технологическая линия по переработке полимерных отходов вскоре может появиться на Новополоцком биомехзаводе бытовых вторресурсов. «Нефтесовременность» – новый проект в необычном формате стартует в Новополоцке. Рождественские встречи продолжаются. Епископ Полоцкий и Глубокский встретился с руководителями учреждений образования Новополоцка. Подробнее об этом и не только далее в материалах наших корреспондентов. В регионе подвели итоги служебной деятельности местных отделов милиции за прошедший 2019 год. Анализируя криминогенную обстановку в Новополоцке, Полоцке и районе, правоохранители отметили значительное увеличение числа преступлений в сфере высоких технологий. Среди обсуждаемых вопросов также практика применения законодательства в сфере административных нарушений. Апрель 2019 года. В микрорайоне Громы в Полоцке 26-летнего молодого человека закопали заживо. Суд уже вынес приговор двум причастным в убийстве палачанина. Обвиняемые приговорены к 13 и 14 годам лишения свободы. Сентябрь 2019 года. В Полоцке пьяный водитель сбил двух несовершеннолетних палачанок. Одна из них скончалась в больнице. Виновник аварии находится под стражей, ему предъявили обвинение. Трагедии 2019 года. Это не весь список преступлений, отмеченных в регионе. Тенденция прошлого года – значительное увеличение количества преступлений в сфере высоких технологий, что значительно повлияло на рост преступности в целом в регионе. Работа по раскрытию преступлений и регулированию законодательства, связанных с компьютерными технологиями, активно ведется. В 2019 году в Полоцке и Полоцком районе также увеличилось количество убийств. В основном они совершены после значительного употребления алкоголя. Вместе с тем, стоит добавить, что ранее уровень преступности в Полоцком регионе был выше, чем в целом по области. В этом году показатели практически сравнялись. На сегодняшний день поставлены задачи перед системой МВД и в целом перед силовыми органами об изменении критериев оценки. Если раньше мы оценивали свою работу так по называемой палочно-галочной системе, то на сегодняшний день мы оцениваем работу по эффективности. То есть какие затрачены силы и какой эффект был достигнут в ходе проведения наших оперативно-розыскных мероприятий в целом по оперативно-служебной деятельности. На сегодняшний день уже подписан приказ, согласно которого разработаны новые критерии оценки работы сотрудников органов внутренних дел. В основе служебной деятельности отношение населения к работе милиции и к выполнению их служебных обязанностей. Кроме этого, Дмитрий Резенков отметил, что стоит избирательно подходить при назначении административного наказания. Надо исходить из личности правонарушителя. Если он системно нарушает закон, то необходимо использовать максимальное наказание. А если человек совершил правонарушение впервые или неумышленно, то достаточно ограничиться предупреждением. В целом, говоря про Полоцкий регион, конечно, нельзя не отметить, что два отдела, и Полоцк, и Новополоцк, на достаточно высоком уровне в Витебской области выполняют свои задачи. Полоцкий РОВД относится к категории 4-й категории, чуть повыше, чем Новополоцк. Новополоцк – отдел 3-й категории. По каждой категории у нас идут своего рода соревнования, есть определенные рейтинги, по которым мы оцениваем работу этих отделов. На сегодняшний день в каждой категории отделы занимают первое место. И причем на достаточно высоком уровне и далеко от тех, кто идет за ними. Мы это видим, отмечаем это и на подведении итогов, несомненно, все это доводим до личного состава. Дмитрий Резенков пожелал, чтобы сотрудники милиции не сдавали высоких позиций, на которых сейчас находятся отделы Новополоцка и Полоцкого района. В завершении встречи на итоговом собрании отметили тех сотрудников, которые в 2019 году показали наиболее высокие результаты по службе. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Новая технологическая линия по переработке полимерных отходов вскоре может появиться на Новополоцком биомехзаводе бытовых вторресурсов. С таким предложением выступил Белорусский технологический университет. Делегация вуза побывала на Новополоцком предприятии.
Уникальный технологический процесс разрабатывался учеными из Белорусского технологического университета на протяжении 2,5 лет. Заказчиком выступило Министерство природных ресурсов. Тема экологии для Новополоцка крайне актуальна. Поэтому руководство местного предприятия предложением заинтересовалось. Экологическая выгода внедрения в производственный процесс новой технологии сомнению не подлежит. Уменьшение объема захоронения отходов в части именно полимерных материалов, полимерных отходов различных, как АБС, пластика, полистирола, полипропилена, полиэтилена высокого, низкого давления, их композиции и так далее, которые сегодня присутствуют в таре упаковки, собственно говоря, тот мусор мелкий, который выбрасывает сегодня население, мы в том числе, и который сегодня захоранивается. Производительность новой линии – 400 тонн полимерных отходов в год. Именно столько мусора в упаковке от пищевых продуктов, пленки, загрязненной тары не попадет в окружающую среду в случае ее установки. Стороны договариваются о сотрудничестве. В ближайшей перспективе переговоры продолжатся на базе вузов в столице. Если мы внедрим эту технологию, а мы сегодня вот обсуждаем этот вопрос, будем подписывать соглашение в ближайшем перспективе о создании этих технологических линий, конечно, они помогут оздоровить город, ну и получить ценную, хорошую продукцию как для населения, так и для промышленных предприятий. Речь идет о 50 видах продукции. Это различные полимерные составы для ограждения, в том числе ограждения автодорог, водосбросов для различных труб, тротуарной и бордюрной плитки. Помимо экологического, запуск новой линии будет иметь прямой экономический эффект. Потому что эта технология новая. Если мы ее отработаем, может быть, мы и в дальнейшем совместно с биомехзаводом и производителем и данную технологию можем и продавать на территорию России, Украины, потому что, в общем-то, такой технологии пока нет и в Европейском Союзе. То есть это впервые разработанная технология, которая позволяет вовлекать очень много видов отходов. Сегодня биомехзавод «Новополоцка» перерабатывает 750 тонн ПЭТ-бутылки в год. В дальнейшее использование идет порядка 80 тонн отходов полимеров при производстве песчано-полимерных изделий. Ирина Шипко, Артем Табаков, «Вектор ТВ». Институт Гёте Германия предложил Новополоцку присоединиться к новому проекту под рабочим названием «Нефтесовременность». Проект в области культуры и объединяет города, жизнь которых строится вокруг нефтехимии. Первая организационная встреча состоялась накануне на площадке Полоцкого госуниверситета. Новополоцк – один из крупнейших промышленных центров Беларуси. Своим появлением наш город обязан именно промышленности, нефтеперерабатывающей отрасли. Этим он и интересен организаторам проекта «Нефтесовременность». Его цель – в культурном аспекте рассмотреть эпоху нефтехимии, показать, как нефтяная промышленность влияет на культурную жизнь горожан. Сегодня невозможно себе представить, как бы выглядела наша жизнь, если бы не было нефти, потому что это значит, что не было бы ни автомобильной промышленности, ни мобильности, ни глобализации. Таким образом, можно сказать, что нефть – это и есть то самое вещество современности, на котором построена вся наша сегодняшняя жизнь. В Германии также есть города, которые самым тесным образом связаны с нефтью. Один из них – Вольфсбург. В городе находится штаб-квартира Volkswagen. Именно здесь, в Музее искусства, в ноябре 2020 года состоится выставка, посвященная нефтехимии, в которой поучаствует и Новополоцк. А уже в следующем году часть выставочного проекта будет представлена в нашем городе. Такое необычное, наверное, направление – это все-таки нефтекультура, да, казалось бы, но сегодня есть интересные уже наработки у Института Гёте. Это через изобразительное искусство показать, вот как у них звучит красиво, красоту нефти. Вот, в этом проекте тоже, я думаю, мы поучаствуем, учитывая то, что в городе проводится у нас ряд конкурсов, пленеров, таких уже именитых пленеров, пленер имени Хруцкого. Я думаю, что, может быть, либо в этом году, либо в следующем мы тоже зададим тематику вот именно нашего города, как города нефтехимиков, и эта тематика пройдет через пленер. Следующая встреча состоится в мае. Новополоцк посетят кураторы, организаторы выставки в Вольфсбурге, для того, чтобы в диалоге с местными экспертами обсудить организационные вопросы и разработать дальнейшие действия. Гёте-институт – международная организация, представленная в более чем 150 странах мира. Ее цель – популяризация немецкого языка и культуры. В Беларуси Гёте-институт был основан в 1993 году. Ирина Шипко, Артем Табаков, «Вектор ТВ». О роли православия в современном образовании говорили на площадке средней школы номер 12 Новополоцка. С этой целью епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий встретился с руководителями учреждения образования Новополоцка. В рамках встречи обсудили проведение совместных мероприятий учреждения образования Новополоцка с представителями духовенства в текущем году. Об этом далее в репортаже.
Беседа на тему духовного воспитания и образования школьников в неформальной обстановке. По одну сторону руководители учреждений среднего и среднеспециального образования Новополоцка, представители администрации города, по другую – представители духовенства во главе с епископом Полоцким и Глубокским Игнатием. В рамках встречи на площадке средней школы номер 12 обсуждали проведение совместных мероприятий учреждений образования города и церкви, и это очень ценный опыт для обеих сторон. Мы будем работать на благо наших детей, на благо наших юных новополочан, привнося в их умы, в их души то доброе, светлое, вечное, о котором нам всегда говорит Православная Церковь. Сегодня мы имеем такую замечательную возможность общения между учреждениями образования и представителями церкви. Ведь еще несколько десятилетий назад нам было сложно это представить, и мы не знали бы, что могут делать вообще священнослужители в школе. На повестке дня и вопрос приобщения к основам христианской культуры не только учащихся, но и педагогов. Ведь пример учителя в этом вопросе немаловажен. Ребенок смотрит на священнослужителя как на человека, как посредника между Богом и человеком. И в первую очередь он ждет от него доброго слова и доброго поучения и наставления. Вот в первую очередь, я, например, когда был ребенком, я ждал этого и жду сегодня. И эти чувства у меня до сих пор сохранились. И хоть закона Божьего в сетке школьного расписания нет, однако в Новополоцке создаются все условия для духовного воспитания детей. В городе созданы методические объединения педагогов по основам православной культуры, а также функционирует факультативное объединение для учащихся младших классов по основам православия. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Обладатели престижной премии специального фонда президента Беларуси в минувшем 2019 году в республике почетные награды удостоены более 200 молодых талантов. Среди них и представители Новополоцка. Кто же они, узнавали мои коллеги. В 2019 году спецфонд президента Беларуси выделил почти 358 тысяч белорусских рублей на поддержку одаренной и талантливой молодежи. Так, 228 человек в году 2019 получили престижные награды фонда президента республики по поддержке талантливой молодежи. Из них более десятка наград отправились в Новополоцк. Так кто же они, наши молодые таланты? Знакомьтесь, Алексей Чайковский – талантливый парень с благозвучной фамилией. В году минувшем стал лучшим на республиканском конкурсе исполнителей на оркестровых инструментах. И посредством яркой победы уже в конце 2019-го Алексей становится обладателем почетной премии спецфонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Меня предупреждали, что есть такая возможность, если на конкурсе будет место, что есть шанс получить президентскую стипендию. Ну, далее подготовка к конкурсу, занимался, потом конкурс, потом подали документы. И вот две недели назад мне сказали, что документы пришли, пришла бумага о том, что стипендию дали. Родители были в шоке. Я им сначала не сказал, потом сказал, и все, поздравляли, молодец и все подобное. Чтобы стать обладателем почетной премии, нужно пройти долгий путь. Об этом не понаслышке известно Сергею Портянко. Еще в далеком 2010-м молодой человек с головой ушел в науку, и, как оказалось, не зря. Уже в 2019-м за научную работу в области тяжелого машиностроения Сергей Портянко удостоен награды специального фонда президента Республики Беларусь. Для того, чтобы получить определенный статус и значимость, необходимо, скажем так, плодотворно работать, плюс все достижения накапливать, скажем так, чтобы наравне с другими, может быть, чуть-чуть превосходить в чем-то, для того, чтобы, скажем так, отличиться. И все же, является ли такая награда стимулом для новых побед и свершений? Что же, спросим у самих обладателей. Эмоции положительные, конечно же. Мало кто такую премию получает, ее сложно получить. Во-первых, лишние деньги не бывают, и, возможно, в дальнейшей жизни какая-то трамплин. Получил, скромненько признался о том, что есть еще одна галочка, которая выполнена, и которая позволит в дальнейшем, скажем так, в моем, в принципе, будущем иметь определенные плюсы, бонусы.
Премии Республики Беларусь вручаются за достижения в области науки и техники, литературы и искусства. И, к счастью, в этом отношении Новополоцку есть о чем рассказать и есть чем гордиться. Что же, таланты новых побед и свершений уже в новом 2020 году. Ольга Войтова, Сергей Пальцев, Артем Табаков, Вектор ТВ. На этом у меня все новости. Я лишь напомню, что программы телерадиокомпании «Вектор» доступны на нашем YouTube-канале и в наших аккаунтах в социальных сетях. Я желаю вам хороших новостей и до встречи в эфире. Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер «Вектор» дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер «Вектор». Интернет для всех и для каждого. Телефон 75 40 00.